По Снежному кольцу и ипподрома мчатся не шикарные иномарки из «Форсажа», а легенды советского автопрома, за рулем которых не актер Вин Дизель, а профессиональные пилоты. С каждым годом трековые гонки, благодаря своей зрелищности, становятся все популярнее. Задача пилота – быстрее всех проехать по кольцу. От старта до финиша всего несколько минут, а на пути смертельно опасные повороты. Ну что, дорогие друзья, готовы приветствовать первого финиширующего? Но такой экстрим для пилотов, как воздух, не боятся ничего. Говорят, автоспорт не опаснее, чем бокс. Поэтому педаль в пол и скорость не ниже 170. Когда начал участвовать, я же не помню в соревнованиях. Это так давно было. А по поводу сегодняшних соревнований, то есть, ну, мы приезжаем в Барнаул с удовольствием, потому что здесь достаточно прекрасный трек, скоростной, где можно действительно погонять. Погонять на скоростной трассе приехали спортсмены из разных регионов Сибири – Кемерово, Новокузнецка, Новосибирска, Омска и наши земляки. Кстати, еще две недели назад, признаются организаторы, на трассе не было ни одного бурта. Трек подготовили в предельно сжатые сроки. Правда, соревнования все равно оказались на грани срыва. Буквально перед подготовкой к соревнованиям мы хотели открыть тренировки, но когда мы увидели плюс 6, просто все, что было сюда вложено, и вся подготовка могла уйти просто на смарку. Поэтому мы закрыли все тренировки, но мы сохранили трек в том идеальном виде, в котором он должен быть. Пилоты боролись не только за чемпионский титул. На треке разыгралась жаркая борьба за денежный приз. Лучшие спортсмены поделили между собой 300 тысяч рублей. Кстати, в списке победителей и наши бичане Алексей Пустовалов и Николай Уваров. Валентина Аскерова, Андрей Печоркин. Наши новости.